Теперь в Клину есть свой философский клуб. Так что, если вы любознательны и пытливы, любите порассуждать о смысле жизни, заходите на сайт Центральной библиотеки. Там вы узнаете, по каким дням клуб открыт. Что обсуждали философы на первой встрече, расскажет Евгения Цветкова. Кто такие философы? Одни считают их странными, другие слишком умными. А они просто живут, думают, наблюдают и анализируют. Меня интересует тема Бога, конечно, тема смерти, как и любого человека. Также меня интересует тема детей, модного течения child-free, который сейчас, и мне интересно, что думают другие по этому поводу, что по этому поводу думают мои ровесники, люди постарше. Философия – наука живая. Ее стихия – споры и диспуты. Только так рождается истина, считает Олег Глинянко, идейный вдохновитель и организатор Клинского клуба философов, учитель истории. Он искал единомышленников среди коллег и друзей, но в итоге понял – выходить нужно на общегородской уровень. Центральная библиотека порыв поддержала. И вот заседание состоялось. Философия в первую очередь привлекает тем, что может дать ответ. Для многих она может выглядеть как дисциплина рассуждений ни о чем. Или казаться бесполезной, но ее задача все-таки найти ответ и разобраться в ситуации. Именно формирование критического мышления и навыка выработки жизненных решений позволяет создавать подобных людей. И, надеюсь, поможет нам сделать это в городе. На первой организационной встрече «Жизнь будущего философского клуба» только обсуждалась. Модератор объединения предложения по темам и графику только принимает. Пока решили собираться каждую неделю. Подробная информация о работе клуба на сайте районной библиотеки. Евгения Цветкова, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.